Всем привет, друзья. Давненько я не доходил до сарая. По-видному. В общем, покажу, что здесь сейчас происходит. Вспышечку включу. Или не взял своего фонарика. Как видите, на месте Бони четверо сларца. Переехали. Как вы думаете, почему переехали? Кто догадался? Потому что Бони скоро поросится. Как видите, загончики побелены, паутину погонял. На следующий день приеду, буду запенивать щели. В общем, как-то утепляться. Взял у соседа буржуйку, но это все я вам покажу. Бонь, не бойся, это я. Бонечка, давай, может, я хоть перед опоросом поросят услышу. Тихо. Давай, ты пообтиралась. Давай. Ложись, выворачивайся. Если тебе через 10 дней поросится, а ты мне все не даешь. Вот напырил, может, вспышку выключу. А ты мне не даешь поросят прощупать. Пузо большое, но предыдущий опорос было больше. Ух ты, под ручкой чесать. Лежи. Бон, что я не слышу поросят? Ты мне не балуйся. Не расстраивай меня. Возможно, так все равно за 10 дней до опороса. Я раньше и за полтора месяца слышал. Как не слышу поросят. Мне это не нравится. Бонечка, что такое? Свинка. Да ладно, как же тебя обойти? Давай, почухай. Я почухаю, ложи. Мне поросят нужно услышать. Я на работе буду опрашиваться, а ты? Ребят, не слышу. Еще, конечно, неудобно. Блин, за 10 дней до пороса они должны гулять в животе. Что такое? Боня, я не слышу поросят.
Ты же не могла прохолостить, а? Петля увеличена. Возможно, поросят немного, и они находятся с другой стороны, больше основная масса в другом роге, или как это называется. Сегодня два рога матки по обе стороны. Вот это я, конечно, расстроился. Понял. Вообще не слышу. Я не знаю, такого у меня еще не было, чтоб я не слышал поросят. Может, я, блядь, ну, вывернись нормально, понял. Что-то, ребят, вот здесь вот похоже услышал несколько раз. Возможно, из-за того, что она такая жирненькая, и в ней слабо прослушивается. Ну, не знаю. Не знаю, как она будет, Машунь. Ну, а у тебя вообще рано. В общем, вот такие дела, ребят, не знаю. Ну, как видно, пузо такое приличное. Но вымя еще не отбивает, хотя бы уже за недельку можно и начинать. Не знаю. Возможно, она в первый день, когда ее привез, не покрылась. И тогда опорос будет не через 10 дней, а через еще плюс 22 дня или 21. Тогда это многое объясняет, почему я не слышу поросят. Ну вот так, такие дела, ребят. А, побелил, опять же, сегодня все загоны. Это оно еще темненькое, потому что не высохла известь. Ну что ж, будем смотреть, как оно будет через недельку. Ну так все, ребят. На следующей неделе, опять же, приеду, буду тогда устанавливать маточник, в общем, увидите. Все, ребят, всем спасибо за внимание, всем удачки и всем пока.